Глава округа Андрей Булгаков провел прием жителей микрорайонов Финский, Богородский и Щелково-7 в формате выездной администрации. Благоустройство территории, установка дополнительного освещения, уборка снега, текущий ремонт, работа Центра поддержки семей военнослужащих. Эти и другие актуальные темы обсудили в формате диалога. Поступил запрос жителей на обустройство ступенек у пешеходного перехода магазина «Пятерочка» на другую сторону улицы Броварская. Пожелания взяли в работу и добавят освещение. Прозвучала просьба сделать небольшой отрезок тротуара за остановкой в микрорайоне Фински. До июля этого года пешеходам здесь станет комфортнее. Мама одного из школьников обратила внимание на безопасность детей, выбегающих из школы на проезжую часть. Огражденный тротуар у образовательного учреждения планировали делать летом, но, учитывая актуальность, решено приступить уже при первой оттепели. Дополнительно установят лежачий полицейский и мигающие светофоры для водителей.